Судебные приставы исполнители Ивановского межрайонного отдела навестили два цыганских табора в Иневеже и Игнатове. Повод – существенная задолженность, которая образовалась за счет неуплаты коммунальных платежей и штрафов. Время уговоров закончилось. Теперь долги будут взыскивать в принудительном порядке. Как правило, основная масса неплательщиков этой категории либо находится на подработках, либо кочуют по другим цыганским таборам. Однако в поселении остаются жены и близкие родственники должников. Им и пришлось оплачивать задолженности по исполнительным документам. В результате данного рейда фактическим исполнением окончено 72 исполнительного производства, то есть сумма задолженности была взыскана в полном объеме на сумму 60 тысяч рублей, был произведен арест имущества на сумму 14 тысяч рублей и взыскан исполнительский сбор на сумму 23,5 тысячи рублей.